Ну, здесь вопрос по, так сказать, по одной вселенной, по другим вселенным. Но здесь я не буду отвечать на вопрос, потому что по поводу ментальных тел и так далее, материальных тел. Дело в том, что, опять в двух словах скажу, что, опять-таки, здесь вам рекомендую почитать первый том «Сущий разум», кто это написал записку, там я просто привожу условия, какие необходимы, как для возникновения жизни, какие условия Вселенной должны быть, и также как необходимы для возникновения разумной жизни. Поэтому четырех материальных тел действительно необходимо для того, чтобы возникла разумная жизнь. И поэтому, если Вселенная образована структурно меньше, то в таких Вселенных разумной жизни просто быть не может. Такие Вселенные есть. Но там решаются уже возникают другие ситуации, но это уже более такие, где нет возникновения жизни на уровне, так сказать, микромира, возникает разумная жизнь на уровне макромира. То есть Вселенная может быть разумной, целая Вселенная может иметь разум. Но это особо разумно. Я сейчас не буду загружать вас, потому что для многих это немножко занадто, да? Перебор. Поэтому, ну, в любом случае, почитайте, это вот условия возникновения жизни и разума. Там описано более подробно, кому интересно этот вопрос.